От Дальнего Востока до Калининграда миллионы добровольцев по всей стране стали участниками Всероссийского экологического субботника. Волонтеры нашей области отправились в Национальный парк Самарская Лука. На Молодецком кургане убирали мусор и приводили в порядок тропинки. О самом красивом субботнике. Репортаж Татьяны Пудовой. Перчатки на руки, грабли и пакеты для бытовых отходов в руках неравнодушные к природе присоединились к Всероссийскому субботнику. Место дислокации – Молодецкий курган. Сначала, конечно, фото и сразу за дело. Кто волонтер? Я волонтер! Чтобы сохранить Молодецкий курган, экологи каждый год проводят огромную работу, оборудуют туристические тропы. В год здесь проходит больше 200 тысяч человек. Любой желающий может стать волонтером, чтобы сохранить заповедную зону. На экологическую тропу Молодецкого кургана вышли 63 волонтера Победы и Серебряного возраста. Они приехали из Самары, Тольятти и Жигулевска. Отсыпали дорожки, красили малые архитектурные формы и собирали мусор. Направляясь сюда, я предполагала, что будет много мусора, что надо будет поработать для того, чтобы природа стала чище, нам самим уже было приятнее. Получила вот приятное впечатление, удовольствие, позитив, что это было организовано. И думаю, это будет продолжаться. Хочется, чтобы это продолжалось. И у нас много таких мест, которые желательно бы съездить, почистить, и мы, волонтеры, рады будем принять участие. Молодецкий курган уникален. Отвесные скалы и уступы придают суровый вид. На территории заповедника растут редкие и реликтовые растения, занесенные в Красную книгу. Это место стало излюбленным у туристов. В 2007 году мы объявили эту территорию зоной экологического бедствия, потому что здесь было все завалено мусором. Пригласили волонтеров, причем волонтеры здесь были разные, начиная от конечно, местных волонтеров с Самарской области и кончая с разных территорий Европы. Мы специально обустроили здесь очень много достаточно рекреационных объектов, и пикниковая поляна, и тропа, и, значит, и сделали отдельные площадки для отдыха, для экскурсионных групп, и сюда можно пристать на экскурсионном теплоходе. На территории Национального парка волонтеры проводят регулярно свои акции. Это очень хорошей традицией стало. Более 2 миллионов посещаемых самого национального парка. И, естественно, не все зоны настолько благоустроены. Поэтому те экологические акции, которые проходят на территории национального парка, они очень положительно влияют на развитие в целом инфраструктуры самого национального парка. Добровольцы на Молодецком кургане за час собрали 30 мешков с мусором. Всероссийский субботник провели в рамках федерального конкурса «Зеленый маршрут», который проводится по поручению зампреда правительства Российской Федерации Ольги Голодец. Участие в нем регион продолжит. Волонтеры представят маршруты экскурсий по Борскому и Кинельскому району. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости Губернии.